Пушкин. Здравствуй, гений. Как рано ты ушел от нас. Твой легкий стих, что дух весенний, меня бодрит в печали час. Я томик твой перед глазами, с твоими чудными стихами ношу незримо пред собой, читая их любой порой. С тобою время коротаю таким вот способом простым, и с любопытством заводным твою эпоху постигаю. Стихов, вбирая красоту, с тобой духовно я расту. Тебе, Онегинской островой, решила я письмо писать, чтоб рифмой, легкой и простою, словами чувства передать. Прости, что я на ты с тобою, но молод ты своей душою, хоть старше и мудрее меня, я лишь поклонница твоя. Твои творения актуальны, они живые родники, истоки мысли глубоки, во все века оригинальны. Язык твой свежестью богат, мы все в кругу твоих цитат. Занятий в жизни очень много, но так ее тропа узка. Как отыскать свою дорогу, чтоб цель достичь наверняка? Скажи, поэт, неоткровенно, твое признание бесценно. Свои уж полно 10 лет я не нашла еще ответ. На твой портрет смотрю с надеждой. Хочу услышать голос твой. Он прозвучал порой ночной. Нельзя лениться, быть невеждой. Честь нужно с молоду хранить, соблазнов обрывая нить.